Число беженцев с Украины с каждым днем увеличивается. По данным ФМС, на территории региона уже находится 53 вынужденных переселенца. В большинстве случаев они останавливаются у родных и друзей. А в сентябре в округ прибудет еще 120 граждан Украины. Для переселенцев из Украины готовится специализированное жилье по типу общежития. Всего два пункта временного размещения в городе Нарьян-Мар и поселке Искателей. Жилое помещение в гостиничном комплексе «Арктический» смогут сдать к 15 сентября. Срок окончания ремонтных работ в административно-бытовом комплексе по улице Авиаторов – 18 сентября. Я надеюсь, что взятые на себя обязательства указанные чиновники выполнят, и к 15 числу эта проблема будет решена. В противном случае придется выселять чиновников, выселять беженцев. Поэтому, безусловно, то жилье, которое строится для переселения ветхоаварийного, то жилье, которое строится для продвижения нашей очереди, то жилье, которое строится для узких и будет предоставлено узким специалистам, а мы имеем очень большую проблему по врачам, оно будет предоставлено непосредственно им. Это просто по определению. Поэтому просьба в этом плане не волноваться.